сборы полным ходом. Вот это все нужно впихнуть как-нибудь в сумку. Она и так уже, в принципе, полная. Мне еще ноутбук забирать, фотоаппараты, камеры. Собрала сумки уже. Завтра в 5 утра выезжаю. Я в такую рань вообще редко когда встаю. Мы тут сделали салатик. Гренки. Одна гренка тут вывалилась. И яичинку. Будем сейчас с сестрой отмечать мой отъезд, так сказать. Я уже приняла душ и уже со всеми все уточнила, договорилась. Осталось дождаться завтрашнего утра. Придется вставать мне, наверное, в 3 часа, чтобы все собрать уже окончательно, и ноутбук, и все-все-все. И покушать успеть, в туалет сходить, в общем, да. Я, кстати, хотела сказать, что я снимала видео про курение и случайно его удалила. В общем, да, у меня, как всегда, просто подождите чуть-чуть, кто очень хотел услышать мое мнение. Всем привет! Как вы видите, да. 5 утра, еще даже 5 нет, а я иду гуляю. Палки-палки. Сейчас дойду до места назначения. У нас 13 градусов. Так прохладненько. Я одета не сильно тепло и не сильно легко. Пока мне еще терпимо. Я надеюсь, меня вовремя заберет Блаблакар. И все будет ок. Я поспала вообще от силы 3 часа, наверное. Поэтому мне кажется, что я до вечера не доживу. А вечером я собралась идти гулять. Что-то машин куча, но я не вижу с водителем ни одной машины. Ой, короче, жесть. Я ненавижу поездки. Я люблю путешествовать, но ненавижу дорогу, потому что это для меня хуже всего. Когда то в туалет, то пожрать, то еще что-нибудь. Короче, для меня это немножко нервозно. У меня нервы не в порядке в этом плане. Хотя чему нервничать? Все вроде бы нормально, но я сейчас почему-то думаю, блин, ничего ли я не забыла? Рюкзак весит тонну, у меня плечи сейчас просто оттягиваются, и сумка тоже весит дофигища. Взяла самое необходимое, блин. Это, знаете, вот из той оперы, что мне все нужно, и это нужно, и это нужно, и без этого я жить не смогу. Ну, короче, и то я взяла по минимуму, и не знаю, вообще половина из того, что я взяла, пригодится мне или нет. И вообще возьмут меня с этой сумкой или нет, потому что в Блаблакар там среднего размера сумка, я не знаю, средний это размер сумки или нет. Это тот момент как раз таки, когда стоишь теперь на каждую машину, думаешь, твоя, твоя, твоя. Самое главное, что не забыла, трусы и зарядки. Это самое главное. Вообще никого на улице нет. Сегодня воскресенье, вообще никого нет. Я вообще не знаю, буду ли я этот словесный понос выкладывать. Я еще пересмотрю
монтирую, потому что, ну, это жесть какая-то. У меня бывает, когда я на нервяке на каком-нибудь, либо у меня какие-то эмоции играют, я люблю выговориться, люблю понести хрень всякую. Я приехала. Ну и заново записываю видео о том, что я с собой брала. В общем, взяла я солнцезащитный крем и ухаживающий крем дневной, но он мне здесь еще ни разу не понадобился, так как здесь дожди, пасмурно и холодно. Взяла еще вот такое масло. У меня был до этого первый, а сейчас я взяла второй вариант. И взяла бальзам Нивея, а потом взяла вот такой вот крем под глаза. Вот от такой фирмы. В таком бутыльке у меня средство для умывания Joy Skin я отлила. Здесь у меня тоник от такой же фирмы, которую я вам показывала в корейских покупках. Так, ну нитку я недавно купила, потому что забыла свою. Вернее, там ею пользуются, я ее решила не забирать. И здесь уже взяла такую. У меня была раньше сплат только с клубникой. Это с лимоном. Запах обалденный, крутая, но после Oral-B толстоватая, кажется. Но я быстро привыкну. Ну, щетка моя, соответственно, зубная, новая. И вот такую вот я брала зубную пасту сплат, отбеливающую мини. Так, еще я взяла средство вот такое для интимной гигиены от Кефри, алоэ. Ну, нравится, в принципе. Оно такое густоватое и немножко непривычно им пользоваться, но ничего так. Так, ну и перейдем на мою полочку. Здесь у меня шампунь от Head & Shoulders. Потом у меня идет дезодорант, спрей. Я все их вариации перепробовала. В общем, очень мне нравятся. Так, взяла вот такую вот, приобрела себе мини-бритву прикольная. Потом взяла вот такой вот мусс для тела от Organic Shop с франджипани. Запах обалденный. Сейчас только вот принимала душ и нанесла его, очень крутой и минимально расходуется. Так, еще взяла вот такую вот маску от Planet Spa. Так, еще патчи под глаза вот такие взяла. Так, еще взяла вот такое вот масло для волос от L'Oréal. Очень мне нравится. Ну, женские штучки всякие. Так, да, здесь наверху вот еще мое. Это бритва моя, в смысле эпилятор. Да, еще что хотела сказать. Я приобретала вот такие вот прозрачные кейсы, что ли, косметички в магазине L'Etoile. Их идет 3 в наборе. Я взяла 2 набора, 6 штучек получается. Вот такие вот средние, маленькие, в которых вы видели только что мои женские штучки в ванной. И идут уже побольше такие 2. Правда, пачкаться они будут, конечно, значительно быстрее. Ну, не суть, они недорого стоили. Так, ну и перейдем к декоративке. Первое, что я покажу, это свои тональные основы. Взяла вот такую тональную основу от L'Oréal Nude Magic. Я ее вам еще не показывала, потому что я ее тестировала. Когда ее приобрела, то сразу нанесла, и она высушила мое лицо, потому что это было холодное время года еще.
И это было ужасно. Она очень хорошо подойдет для жирной кожи и на летний период, так что могу ее советовать вполне. Но обратите внимание на оттенки, потому что я взяла в номере 100, и мне показалось, что этот оттенок будет как нельзя, кстати, мне подходить, но он темноват. Может быть, в принципе, на лето будет и хорошо, но я приобретала его еще зимой, ну, конец зимы, поэтому он мне был темноват, оказался, вернее, темноват. Так, еще я его смешиваю с вот таким вот тональным средством от Revlon Color Stay. Обожаю его, оно стойкое. Это средство тональное очень хорошо перекрывает все. И оно для меня тоже суховатое. Вот даже для моей жирной кожи вот эти вот два тональных средства, они ядрено сушат кожу. Поэтому я для других вариаций кожи не предлагаю, только для жирной и только в какие-то, может быть, определенные дни какие-то. Каждый день этими тональными средствами не советую пользоваться, потому что они как-то очень иссушают кожу. И почему же я все-таки вот приобрела вот это средство? Потому что вот эти два, так как я сюда приехала в Воронеж, у меня и так сушиться кожа стала, а тут еще вот эти два иссушивающих средства, которые я наношу практически каждый день. Я, честно вам скажу, в Ступино я их наносила также каждый день, миксовала, и ничего, нигде, ни одного шелушения. Вот не знаю почему. Ничего не поменялось, может быть, конечно, в питании дело, ну, не знаю, я питание особо не изменила, если честно. А в общем, поэтому я приобрела вот такое средство от Люмине. Оно проверенное, оно мне очень нравится. У меня была единичка, вернее, есть там остатки уже остались. Я единичку с собой не брала. В общем, решила взять вот эти средства. Тут Revlon у меня осталось чуть-чуть, и я его хотела допользовать. Тройка у меня есть, которая очень хорошо на лето подходит. Тройка мне, соответственно, сейчас очень темная, единица чуть-чуть темновато, мне приходилось также с Revlon смешивать ее. Я решила взять нулевой оттенок, не прогадала, мне кажется, он подойдет. На лицо еще не наносила, текстуру я знаю, я с ней знакома, она мне очень нравится, но на лицо я еще не наносила, чтобы проверить оттенок, но на руке очень даже схож с моей кожей. Еще взяла кремовый хайлайтер от Эльф, обожаю его, замену ему искала, но не нашла пока еще. Еще взяла вот такой вот свой от Maybelline консилер-корректор Better Skin, обожаю его, очень нравится, очень стойкий. Так, еще тинт взяла для губ и для щек, потому что вы видите, что у меня нет здесь румян, и это однозначно мои румяна и помада на каждый день. Я обожаю вот это вот средство от Divash, просто советую его девочкам, которые не любят много косметики на лице и которые за натуральность, вот советую, честно. Также взяла вот такой вот блеск от L'Oreal, я вам тоже его еще не показывала. Очень мне он нравится, он больше всего подойдет на лето, потому что он с такими переливами красивыми. Он так красиво смотрится на губах, но именно, мне кажется, будет хорошо смотреться на загорелую кожу. Но также иногда им пользуюсь, поэтому взяла. Взяла подводку, но она мне еще не пригодилась здесь. Гош в сером таком, серо-черном оттенке. Очень мне она нравится, потому что она стойкая. Также взяла карандаш от El Corazon для губ в таком же оттенке, как сама упаковка. Нравится мне очень, губы делает матовыми, держится долго, и я его просто обожаю. И нескончаемый, он у меня уже несколько лет, поэтому... Так, еще забыла показать вам, брала вот такой вот крем, как и для рук, так и для ног, но больше для ног его использую, вот этот с коноплей от The Body Shop. В общем, я его не особо люблю. Так, взяла вот такой бальзам от Nivea, обычный классический, без запаха идет. И Carmex взяла.